Погоди-ка, Джерри. Идем. Ансли нас уже ждет. Этот джип не Ансли? Да, это его машина. Ха. Послушай, значит, он на ней попал в аварию, а? Хм. Надо поглядеть, не осталось ли следов. Вмятин. Ну и гроб. Настоящий гроб. Я на такой кляче трясся по дорогам Кореи. Никогда не забуду, как я бежал от этих. Давно не виделись. Да, я вас давно жду. Познакомься, Трак. Ансли. Делла, ты сегодня прекрасно выглядишь. Благодарю. Хотите кофе? Слушай, Джерри, я где-то видел этого парня. Честное слово, видел. Слушай, ты не служил на флоте? По-моему, ты служил на флоте. У нас был один парень сигнальный, стоял вот так. Точно. Я сейчас вспомнил, очень похож на тебя. Ну, признайся, может, все-таки служил, а? Ну-ка, посмотри на него, посмотри. А тот парень был большой чудак. Я помню, он нам прочитал письмо, а в письме он просит жену: дорогая, пока меня нет, старайся как можно больше глядеть в землю. Потому что, когда я вернусь, тебе очень долго придется смотреть в потолок. Даже не смешно, верно? Извините, а кто вы такой? Лейтенант Трак из отдела убийств. Ваш кофе. Благодарю. Спасибо, Делла. Это ваше оружие? Нет, впервые вижу. А мы с Джексоном только что нашли его в вашей машине. Из этого кольта 38-го калибра был убит Борден.
Где его нашли? В машине. А в чьей? В вашей, Ансли. Что скажете? А? Занятно. Но, видите ли, свое оружие я всегда держу при себе. И можете его показать сейчас? Могу. Вот. А, вы левша. Да. И он у вас всегда с собой? Да, в районе, где я живу, без него не обойтись. И вчера, когда вы поехали к Бордену, при вас был этот пистолет? Конечно. Вы не собирались убивать Бордена, а? Нет. А у вас не возникала такая мыслишка? Мне хочется убить Бордена, убить Бордена. Слушайте, да мало ли что может прийти человеку в голову. Ну ладно. А эту штуковину я забираю. Пусть с ней поиграют наши эксперты. Я надеюсь, вы никуда не уезжаете в ближайшее время. Как вам угодно. Вот и хорошо. До свидания. До свидания. Послушай, приятель, хочу тебя спросить. Ну? Это не ты подсунул, м? Ты имеешь в виду Кольт? Да. Нет. Точно. Честное слово. Пока. Ты пристрелил Бордена. Нет. И не знаешь, откуда в твоей машине взялся Кольт? Не знаю. Слушается дело Джорджа Ансли. Предварительное слушание. Обвинение готово. Защита готова. Напоминаю. На предварительном слушании обвинение обязано доказать, что преступление совершено, и есть основания полагать, что его совершил обвиняемый. И я не допущу никаких изменений. Прошу свидетелей. Вызываю лейтенанта Майкла Трага. Поклянитесь говорить правду и только правду. Клянусь. Скажите, вам знакомо это оружие? Да, сэр, это Кольт 38-го калибра. Я обнаружил его в машине обвиняемого. А что вы сделали затем? Отдал на баллистическую экспертизу. Ваша честь, в качестве вещественного доказательства я представляю суду показания обвиняемого вместе с этим конфискованным револьвером. Хорошо. Вы свободны.
Понял. Вызываю Гарвия Деннисона. Мистер Деннисон, ваше занятие. Я владелец магазина, торгую скобяным товаром и различным оружием. Вам знакомо это оружие? Конечно. Это кольт 38-го калибра. Что вы можете о нем сказать? Судя по номеру, он куплен был нами у оптового торговца. Он был выставлен, то есть пущен в продажу, но не был продан. Тогда как же он мог появиться здесь? Пару лет назад, во время очередной проверки, обнаружилось, что выставленный в витрине револьвер пропал. Незадолго до этого магазин два раза взламывали, и мы решили, что револьвер был украден. Благодарю. Все. Вызываю Джаспера Горна. Вы помните то утро, когда вас посетил инспектор? Помню, сэр. Он был недоволен работой на стройке? Он нам сказал, что надо еще раз ломать стену. Вы с ним спорили? Нет, сэр, не я, а мистер Анслий. Вы дали Анслию какой-нибудь совет? Я посоветовал увидеться с мистером Борденом и уладить с ним все дела. А что вам сказал Анслий? Он мне ответил, что скорее возьмет кольт и убьет Бордена, чем пойдет к нему на поклон. А вечером поехал к нему. Хорошо, у меня все, прошу вас. Разговор был в понедельник? Да, сэр. Инспекторы придирались к вам? Да, придирались к любой мелочи. Заставляли ломать готовое и строить заново. Так продолжалось до понедельника? Ну да. На другой день после убийства Бордена у вас был инспектор? Да, он приехал с самого утра и сказал, что конструкция стен соответствует проекту, что мы добросовестно строим, и все в порядке. Понятно. Благодарю вас. Вызываю Фрэнка Ферни. Кем вы работали у Мередита Бордена? Я бы сказал, главным помощником. В понедельник у прислуги Бордена был выходной, у вас тоже? Нет, сэр. У меня не было выходных. Когда мне нужно было уйти, я просто говорил, что ухожу. А в понедельник вы работали? В понедельник я решил провести вечер со своей дамой. В котором часу вы ушли? В 6 часов. Борден оставался дома один? Да, сэр. Все, вопросы есть? Я готов теперь представить выводы обвинения. Итак, Борден, как показало вскрытие тела, был убит выстрелом в сердце 8 числа этого месяца между 9 и 11 часами вечера. Вот револьвер, обнаруженный в машине Анслия. Как установлено экспертами, выстрел в Бордена был произведен из него. Свидетель Ферни подтвердил, что в тот вечер Борден дома был один. Последний, кто виделся и говорил с мистером Борденом, был именно Анслий. Я полагаю, этого достаточно для передачи материалов дела присяжным. Считаю дело доказанным. Извините. Что еще, адвокат? Прошу вызвать Ферни. Когда вы ушли в тот вечер из дома? Куда вы отправились? Я пошел к своей девушке, выпил у нее и заснул. Как ее зовут? Лоретта Харпер. А вы женаты? Да. Разведены? Я протестую. Вопрос отношения к делу не имеет. Протест принят. Хорошо. Вы выпили и заснули. Долго спали?
Было уже сильно за 10, когда она меня разбудила. Она пришла и сказала, что кто-то на нее напал. Я хотел бы задать вопрос обвинению. Задавайте. Были ли проявлены и отпечатаны найденные в фотостудии Бордена пленки? Да. А почему они не представлены суду? Представляю себе, какой это будет подарок для любителей скандалов. Тем не менее, я требую, чтобы фотографии были приложены к делу. Вы видели фотографии? Ведь это моя жена. Моя жена. Моя бывшая жена. Моя жена. Вызываю Гарви Деннисона повторно. Мистер Деннисон, вы знакомы с Дон Мэннинг? Да, сэр. Она работала у меня. А она работала 2 года назад, когда был украден кольт? Да, сэр. Мистер Деннисон, вы можете доказать чем-нибудь, что именно Дон Мэннинг взяла револьвер? Нет, сэр, я не знаю. Благодарю вас. Мистер Деннисон, а обвиняемый Джордж Ансли когда-нибудь работал у вас? Нет, Джордж Ансли у нас никогда не работал. Спасибо, все. Вызываю Лоретту Харпер. Харпер. Вы знакомы с обвиняемым Анслием? Я видела его. Всего один раз в парке. Вы знакомы с Фрэнком Ферни? Да. Знакома. А с его женой Дон Мэннинг? Знакома. Как вы оказались в парке Бордена 8 вечером? Дон Мэннинг меня туда привезла. У нее был револьвер. Она угрожала мне и сказала, что мы должны поехать на виллу Бордена, договориться с Ферни о разводе. Я объясняла, что Ферни собирался прийти ко мне, но она не слушала. После того, как машина перевернулась, меня подвез Ансли. А где после аварии была Дон Мэннинг? Что? Дон Мэннинг куда исчезла? А, она как только... Она пришла в себя, отправилась к Бордену. У нее был револьвер. Скорее всего, Дон Мэннинг и убила его. Я прошу заметить, убийство произошло между 9 и 11. Ансли в 9 ушел от Бордена. Его машина столкнулась с «Шевроле», и с этого момента, с 9 часов, с какими-то минутами, он сперва был с Лореттой Харпер, затем встретился со мной, а позже с Делли Стрит. Борден, попрощавшись с Анслием, позвонил строительному инспектору и сообщил, что они договорились. И этим объясняется поведение инспектора на другой день. Он перестал придираться, по словам Горна, но Борден никому не звонил во время беседы с Анслием. Следовательно, после ухода Анслия он был жив. А это доказывает невиновность Анслия. Так, далее. Свидетель мистер Деннисон нам сообщил, что револьвер пропал в то время, когда у него работала Дон Мэннинг. После аварии Ансли увез Лоретту, а Дон Мэннинг оставалась в парке и пошла к Бордену. То, что она была у него, доказывают негативы фотокамеры Бордена, ваша честь. На предварительное слушание следует передать дело Дон Мэннинг. На сегодня предварительное слушание завершено. Вы освобождаетесь под залог, обвиняемый. Будьте любезны, в ближайшие 24 часа никуда не уезжайте из города.
А вы довольно глубоко меня утопили. Я? Конечно. Я понимаю, вы адвокат. И обязаны были сделать для своего клиента все возможное. Вы доказали, что Ансли не виновен. Получается, вытащили его и посадили меня. Вы пригласили меня сюда, чтобы я выслушал ваши упреки? Нет. Нет. Джексон, я прошу вас, я хотела бы, не знаю, как сказать. Говорите. Я прошу вас быть моим адвокатом. Вот как. Что мне делать? Я совсем запуталась. Я знаю, только вы могли бы мне помочь. Но у меня нет денег оплатить вам гонорар, понимаете? Ну, гонорар не самое главное. Я хочу спросить вас вот о чем. Во время беседы со мной вы говорили правду? Естественно, правду. Чистую правду. Я не вру. Я в основном сказала правду. Вы позировали Мередиту Бордену? Да. Он много раз снимал меня. Он снимал меня в различных позах, но, как правило, я была в бикини и ни разу обнаженной, поверьте. Я не знаю, откуда взялись эти проклятые негативы в его фотокамере. Честное слово, просто не понимаю. Джексон, я влипла в жуткую историю. Только вы можете помочь мне. Вы были у него в ту ночь? Не была, клянусь вам. Но фотографии напечатаны с негативов, которые обнаружены в камере Бордена. Этого не оспоришь. Повторяю, мне неизвестно, как они к нему попали. Но я могу вам абсолютно точно сказать, где они были сделаны. Я позировала так только однажды. Это было во Флориде, 2 года тому назад. Мне удалось летом вырваться в отпуск, а Фрэнк не мог поехать. К этому времени мы уже ссорились, и мне хотелось хоть немного отдохнуть одной. Я встретила во Флориде одного парня, ну, влюбилась в него и совершенно потеряла голову. В общем, одурела от счастья. Он оказался профессиональным фотографом, всюду таскал камеру, ну и ясно, нащелкал кучу снимков. Потом, когда наша любовь кончилась, я узнала, что он хочет продать негативы и фотографии в какой-то журнал. Я потребовала вернуть их мне. Он отказался. После этого я задумала украсть их. Представляете? Ну, уговорила свою подругу. Вспыхнул скандал. Вы можете назвать мне... Что? Фамилию этого фотографа? Да. Морли Эдмонд. А Ферни знал о нем? Да. Теперь вы моя единственная надежда. По правде говоря, сперва вы показались мне немного разиней, но потом я поняла, что вы не оставите человека в беде. Ну, вы преувеличиваете. Вы меня совсем не знаете. О, Джексон, я очень хорошо знаю мужчин. У вас есть револьвер? Нет. Нет? Странно. Неужели вы ни разу не попадали в ситуацию, когда нужно было защищаться? А что вы имеете в виду, Джексон? Вы ездите к фотографам домой, позируете им в довольно откровенном виде. А вы думаете, что кольт 38-го калибра можно спрятать в бикини?
Если хотите знать, у каждой натурщицы есть свой способ защиты. Но никто из нас не носит с собой оружие. Уверяю вас. Окей, Дон. Я буду вас защищать. Спасибо. Ваша профессия, мистер Эдмонд. Я фотограф-профессионал. Уже 10 лет, сэр. Эти снимки можно было сделать в фотостудии Бордена его камерой? Нет, нельзя. Чем вы можете это доказать? Объясняю. Вот снимок, сделанный короткофокусным объективом. У Бордена в камере был именно такой объектив. Обратите внимание, изображение девушки явно меньше, чем площадь фона. Камера с короткофокусным объективом устанавливается почти рядом с объектом. А эта фотография сделана длиннофокусным объективом. Здесь фон занимает меньшую площадь, чем объект. Чтобы снять человека в полный рост, такую камеру устанавливают на большем расстоянии от объекта. Для чего вы нам это объясняете? Ваша честь, фотографии Дон Мэннинг, найденные у Бордена, сделаны как раз длиннофокусным объективом. Поэтому сделать такие снимки в своей студии Борден не мог. Площадь помещений слишком мала. Как профессионал, я делаю следующий вывод. Я совершенно убежден, что снимки обвиняемой сделаны другой камерой. И кроме того, я утверждаю, что эти фотографии не могли быть сняты в студии Бордена. Прошу задавать вопросы. Вы думаете, что в фотостудии Бордена такие снимки сделать невозможно? Я не думаю, а знаю наверняка. Вы мне напоминаете человека, который зашел в зоопарк, увидел жирафа и заявил: «Ну нет, извините, таких животных не бывает». Вы не правы. Дело в том, что это мои негативы. И Дон Мэннинг снимал я сам. Ваша честь, вы можете хоть сейчас пойти на мою выставку и там увидеть фотографии, отпечатанные с этих негативов. Я приглашаю всех. Благодарю вас. Я все понял. Вы свободны, свидетель. Мисс Корнелл, что вы скажете об этих фотографиях? Это Дон Мэннинг, снята у меня дома. А кто ее снимал? Как это кто? Вы? Джексон? Есть еще вопросы?
Мисс Корнелл, вы можете нам подтвердить, что обвиняемая именно 8 числа попала в аварию? Могу. Благодарю. С позволения суда я утверждаю, что все дело сфабриковано. Обвиняемая не была у Бордена в тот вечер, и он не фотографировал ее. На снимках Дон Меннинг, сделанных на второй день после аварии, ясно видны синяки и ушибы. На фотографиях, найденных у Бордена, их нет. Хм. Обратимся к Фрэнку Ферни и его участию в этой истории. Вспомним, как он провел вечер 8-го. По его словам, он напился и заснул у Лоретты Харпер. Но этого никто не может подтвердить. Однако именно Ферни, секретарь Бордена, мог оставить в ее студии фотографии Дон Меннинг. Мы можем только догадываться, с какой целью он это сделал. И зачем понадобилось его любовнице Лоретте Харпер вести в этот вечер к Бордену его бывшую жену Дон Меннинг. Но если допустить, что у Ферни был мотив для убийства Бордена, то все встанет на свои места. Ваша честь, кажется, адвокат Джексон собирается выдвинуть новое обвинение против Фрэнка Ферни. Для защитника это немного неожиданное выступление. Ну что ж, я польщен, что мой коллега любезно принял на себя мои функции. Благодарю. Спасибо, что пришли. А, телефон. Я говорю спасибо, что пришли. Вас, должно быть, удивляет, что человек, которого вы засунули в этот шикарный аквариум, хочет попросить вас о помощи. Почему? Нисколько. Вы верно поступили, Ферни. Это говорит о вашем уме. Обвинить человека легче, чем оправдать его. Когда вы решили убить Бордена? Я все время жалею. Кого, Бордена? Нет, что его убил не я, а кто-то другой. Суд присяжных разберется в этом. Для меня важно, почему вы ненавидели Бордена. Это старая история. У моего отца была керамическая фабрика. Мы делали кирпич. Облицовочный кирпич. И сколько я помню, мой отец все время судился из-за небольшого клочка земли, который был рядом с нашей фабрикой. Мы брали оттуда сырье, белую глину. Замечательную, белую глину. Вы, наверное, знаете, как судится в Кентукки. Это был процесс. Покер, покер. У кого выдержки больше, тот и выигрывает. Наш адвокат умер, а суду и конца не было. И тогда моему отцу пришлось нанять нового адвоката, понимаете? Конечно, с блестящей репутацией и все такое. А он нас продал за взятку в 20 тысяч. Он почти сразу продал нас, без зазрения совести. Он провернул это дело, и мы разорились. Отца посадили, мать умерла. А я не мог платить за учебу, и началось. Прошу вас, сэр, будьте любезны, сэр. Сэр, сэр, сэр. Фамилия этого адвоката? Борден, я сразу понял. Вы были у него доверенным лицом. Он не знал, кто вы. Откуда ему знать? Я еще в университете сменил фамилию. Дело в том, что фамилия моего отца довольно трудно произносится по-английски. Ферни фамилия моей матери. Я работал у него 6 лет. Он мне доверял. И вы ждали случая убить его? Нет. Я хотел разорить его. Шаг за шагом приближался я к своей цели. Сделать с ним то же самое, что он сделал с нашей семьей. Но Борден был проницателен и умен. Разорить такого непросто. Объясните лучше, откуда вы брали деньги на содержание женщин? Видите ли, я продавал кое-какую информацию. Были люди, интересовавшиеся здоровьем Бордена. Имена этих людей? Я не хочу называть имен.
И все-таки придется. Вы понимаете, что убийцу надо искать именно среди этих людей? Да, да, все правильно, все правильно. Хорошо. Регулярно, 2 раза в месяц обычно, мне платил Роджерс. Роджерс? И его интересовали финансовые дела Бордена. Ну, нелегальные финансовые операции. Роджерс, это уже кое-что. Тут может быть алиби для вас. А что его связывало с Борденом? Борден когда-то работал у Роджерса. И с тех пор хранил кое-какие бумажки. Подробности я не знаю. А второй человек, интересовавшийся Борденом, тот был юрист. Его фамилия? Я не знаю. Адрес, телефон? Не знаю, но его интересовало все. Меню, обувь, одежда, словом, всякая ерунда. А зачем ему это было нужно? Вы его видели? Нет. Но в последний день каждого месяца, в 8 часов вечера, я подходил к кинотеатру «Голливуд». Там меня ждала его секретарь. Как ее зовут, я не знаю. Я называл ее «Привет». Мы обменивались конвертами, ну и между нами не было ни разу никаких недоразумений. И поэтому я не проявлял никакого любопытства. В зале суда она сидела рядом со мной. Это мисс Стрит, Дейла Стрит, мой секретарь. Я что-то не узнал ее. Врете. Вы узнали ее, Ферни. Я посадил ее так, чтобы вы увидели ее и наблюдал за вами. Вы испугались, и у вас стали дрожать руки. Очень хитро. Но мне бояться нечего. Неправда, Ферни. Вы почувствовали опасность. Мой трюк удался. Отвечайте, двойное убийство и ложное обвинение вашей жены задумано вами или Лоретой Харпер. Баста! Я не убивал ни Бордена, ни Дон. Я верю. В тот вечер между 9 и 11 вы видели Дон? Да, видел. Говорили с ней? Нет. Она была без сознания. То есть она вас не видела? Да, я думаю. Что было дальше? Я засунул ее в свою машину, довез до города и оставил у какого-то перекрестка. Точнее? Я не помню. Вспомните, где именно вы оставили Дон? У бензоколонки, на пересечении Нью-Таймс с железной дорогой. Понятно. Ну что же, Фрэнк, я попробую вам помочь. С Богом. Слушаем дело обвиняемого Ферни. Предварительное слушание.
Представляю свой вывод. Обвиняемый признал, что у него были причины ненавидеть Бордена. И более того, ваша честь, в сущности, он не отводит обвинения, выдвинутого против него судом. Да, он хотел убить Бордена, а возможно и Дон Меннинг. И тем не менее, не он убийца, потому что он вошел к Бордену, когда тот был уже мертв. Его успели опередить, иными словами. Моего клиента можно обвинить в заговоре с целью убийства Бордена, но не в убийстве. Обнаружив в парке Дон, свою бывшую жену, лежавшую там без сознания, он поспешил увести ее подальше от места преступления. Ничто не мешало ему отнести ее фото в студию Бордена и положить возле трупа. Он не сделал этого, так как у него отпала необходимость в алиби. Бордена застрелил кто-то третий, и Ферни решил спасти свою бывшую жену. Ха, я не спорю, это, конечно, остроумно. У него отпала необходимость в алиби, и все. Я думаю, юристы будущего назовут этот смелый парадокс вашим именем. У обвиняемого нет алиби, так как оно ему не нужно. Так можно оправдать любого преступника. Будем логичны. Любой преступник хочет иметь алиби. Если Ферни убил Бордена, он убил бы и Дон Меннинг, чтобы переложить на нее свою вину. Я верю в невиновность Ферни. Уважаемый адвокат в который раз доказал суду гибкость своих принципов. Его способность опровергать самого себя граничит с полной моральной безответственностью. Обратите внимание, всякий раз, защищая своего клиента, он обвиняет в преступлении кого-нибудь из свидетелей. А затем берет его под защиту и спешит отыскать следующую жертву, снова обвиняя ее в убийстве. Адвокат как бы демонстрирует свой талант и вместе с тем унижает своих коллег, их работу. Это, наконец, игнорирование всей нашей судебной системы. Уважаемый адвокат и его подзащитные идут по краю пропасти. Нет, они совсем не отрицают, что обвиняемый совместно с Лореттой спланировал преступление, но вдруг их кто-то опередил. Я правильно понял? Отсюда вывод. Вероятно, убийц двое. Ферни и его сожительница Лоретта Харпер. Если бы им удалось выполнить замысел, их можно было бы судить. Скажу больше. Замысел убить Дон, видимо, возник в прелестной головке Лоретты Харпер. Ей захотелось убрать свою соперницу. Я протестую! Это ложь! Если бы вы так же горячо протестовали тогда, когда Лоретта предложила вам план двойного убийства, вы не сидели бы здесь в роли преступника. Вам не хватает воли в нужную минуту, Ферни. Я хотел бы задать один вопрос. Пожалуйста. Скажите, Ферни, это вы признались своему адвокату в том, что не вы, а Лоретта разработала весь план преступления? Да вы что? Мы с ним вообще об этом не говорили. Уважаемый адвокат, я хочу задать лишь один вопрос. Лоретта, это новая жертва? Вы собираетесь вытащить Ферни, подставив ее? Ферни никого не убивал. Мы поняли уже, он не успел убить. Появился кто-то третий, еще более резвый, и обогнал его у финиша. Не совсем точно. Его не обогнали, он медлил. Ему не хватило воли для убийства Бордена. Он понял, что не в состоянии довести план до конца. Знал, что не может убить Дон, которую любит. Любовь к Дон была сильнее ненависти к Бордену. Иначе он убил бы ее и положил рядом с его трупом. Да. Мы видим здесь свидетельницу Дон. Живой и здоровый, и слава богу. А Борден? Бордена с нами нет. И любой из нас по-своему объясняет, отчего замысел преступления не был осуществлен полностью. Что помешало? Любовь? Возможно, мы не знаем.
Хотя мой опыт учит, что ненависть, как правило, побеждает иллюзии любви и дружбы. Ненависть куда сильней. Так вот, Борден, как известно, умер не своей смертью. И теперь нам с вами придется угадывать, предполагать, кто же убийца, у кого были серьезные мотивы, кто ненавидел Бордена, хотел отомстить ему. Этот человек служил у Бордена. Это Ферни. И нужно искать причину здесь. Все. Да, причины. Ну что ж, я больше 20 лет знаю Бордена. Мой отец был судьей, а он в то время молодым начинающим адвокатом. Звезд с неба не хватало. Так говорил отец. Так говорил мой отец. Лучше я прочту. Бордену удалось соблазнить некую девушку, Сьюзен, 18 лет, жившую тогда в небольшом сельском местечке. Эту девушку толкнула к нему не любовь, а оскорбленное самолюбие. Бордену удалось переручить ее именно тогда, когда он узнал, что Сьюзен была небрачной дочерью моего отца. Грехом моего отца. Отец, как я упомянул, был судьей штата, а Борден начинающим юристом. Он начал шантажировать отца, угрожая раскрыть его прошлое. А вскоре после этого Сьюзен, моя сестра, попыталась покончить с собой. Но, к счастью, ее успели спасти. Отец понял, что на чашу весов положено все. Честь его и дочери. Будущее нашей семьи. И тогда он уступил Бордену и помог ему в двух, а может и в трех, темных делах. Однако Борден не спешил жениться на моей сестре и требовал новых уступок. Мой отец был человеком чести, он отказался и вызвал меня из университета. Когда я приехал в наш загородный дом, отца уже не было в живых. Он отравился газом. Я вошел в дом, щелкнул выключателем, и дом взорвался. От матери я узнал, что накануне отец написал мне письмо, но я не нашел его. Все сгорело. Все сгорело. Вот и все. А Сьюзен уехала. Я не знаю, где она. Можно иметь причины для ненависти, но этого недостаточно, чтобы совершить преступление. Я закончил университет,
отказался от самых заманчивых предложений. Я занялся делом отца, отца и Бордена. Занимался им много лет. Вся моя жизнь отдана этому делу, но до сих пор я не смог восстановить доброго имени отца. Чего мне только не приходило в голову. За долгие годы ожидания я придумал всякие изощренные планы мести. Но всякий раз мне казалось, что этого мало. По ночам, лежа в постели, в бреду и горячке, я представлял, как возьму его за горло и расправлюсь с ним. Я мечтал отомстить. Я хотел раздавить эту гадину, чтобы не было повадно другим. С вами, адвокат, не соскучишься. Так если я вас правильно понял, убийцей могли быть и вы? По-видимому, это новая уловка. Отводите подозрение от обвиняемого? Ответьте, у вас есть алиби? Нет. Адвокат Джексон, что вы делали 8 числа? Между 9 и 11 часами вечера. Сидел у Бордена в парке. Весь вечер. Смотрел на его окна. Я часто там бывал. На сегодня предварительное слушание закончено. Обвиняемый Ферни, вы освобождаетесь под залог. А вы, адвокат, будьте так любезны, оставьте в полиции письменное обещание не выезжать из города в ближайшие 24 часа. И обвинению, и вам, адвокат. Желаю успеха.
Меня ждет Роджерс. Если позвонят из полиции, ты не знаешь, где я. А если спросят, где ты был вчера? Что мне ответить? Этого ты не знаешь. У тебя был выходной. И вообще, со всеми вопросами нужно обращаться ко мне. А если позвонит Анслей? Пусть даст телефон, по которому я смогу его найти. Я вас слушаю. Я хотел бы видеть мистера Роджерса. Кого? У меня встреча с мистером Роджерсом. Прошу. Роджерс на 19 этаже. Он вас ждет. Вы адвокат Джексон? Почти. Моей матери, и мне очень понравилось ваше последнее выступление. Особенная идея. Если у человека есть причина совершить преступление, он его не совершит. Я говорил иначе. Вы плохо информированы. Мой человек был в зале суда. Ах, вот что. Там было немного людей. И я всем им доверяю. Чего вы ждете от сегодняшней встречи с Роджерсом? Хотел предложить кое-что. Возможно, в ближайшем будущем ему понадобится адвокат. Но Роджерса, кажется, еще никто не обвиняет. Или что-то изменилось в деле. Я об этом не знал. Борден когда-то работал у Роджерса. С тех пор у него остались любопытные документы. Он держал их в сейфе. Его убили, документы исчезли. Ничего важного в этих документах не было. Вам лучше знать, мистер Роджерс. Я ничего не утверждаю. Я размышляю. Приехали. Зайдите, выпьем чаю. Прошу. Следствие тянулось еще 2,5 года. Найти убийцу так и не удалось. Адвокат Джексон сумел полностью доказать суду преступную деятельность Бордена.
Однако восстановить репутацию отца ему так и не удалось. Он потерял интерес к работе и навсегда покинул наш город. А спустя 5 лет объявился наследник Мередита Бордена. Им оказался родственник его покойной жены, лейтенант полиции в отставке Майкл Трагг.